Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в Голубицкой, в месте, где располагается парк развлечений. Напротив меня экзотик-парк, колесо обозрения и океанариум. Я вам хочу показать обстановку в месяце ноябре в этой курортной станице. Если вы думали, что местные жители, так же как и летом, могут посещать различные развлечения, водить детей в зоопарки и различные парки, то это, конечно же, не так. Например, как вы видите, парк перегорожен, все закрыто на замки. То есть, если вы хотите вывести своего ребенка зимой, осенью куда-то, то нужно ехать либо в Темрюк, либо в Анапу, ну либо в Краснодар. Вот у нас, например, дом перевертыш, и он закрыт вот таким вот железным забором. Выглядит, если честно, очень удручающе. Также и все эти кемпинги, базы отдыха, они просто-навсего закрыты. И никто ничего сейчас уже не сдает. Например, кемпинг «Оазис». Все закрыто. Конечно же, после отъезда отдыхающих из станицы, после окончания летнего сезона, никакие сувениры не будут пользоваться спросами, и все эти лавочки закрывают. Раньше, где все продавали, как написано, по 25, сегодня ничего нет. Еще совсем недавно, в начале осени, в кафе «Авроре» сидело большое количество людей, кушали пиццу, распивали напитки различные, играла громко музыка. А сейчас здесь все опустело, даже база отдыха «Прибой» и та стоит пустой, потому что нет никого абсолютно здесь. Хочу купить горячего хлебушка, а все закрыто. Люди, ау, вы где? Где кто? Я ничего не поняла. Почему все закрыто? Написано, работают 24 часа. Почему голые прилавки? Вы че? Это что такое вообще? Мам, может мы сходим пиццу закажем? Давай, хочешь? Давай, давай. Пошли. Эй, ау, люди, можно пиццу заказать? Эй! Я не понимаю, где кто? Где в этой станице хоть кто-нибудь? Вот у нас аквапарк, с которого сняли все таблички, и вообще даже непонятно, что здесь что-то для развлечения было. И вот я уже вижу, что люди с семьей гуляют на море с маленькими детьми. Ребенок даже с лопаткой. Сердечко, которое выводит нас к пляжу. О, смотри, кстати, люди гуляют.